Друзья мои, всем большой привет! Вы находитесь на канале «Сказочная деревня». Поль, выключи звук. И спасибо вам за то, что смотрите наш канал и не пропускаете рекламу. Сегодня у нас, по-моему, среда. По плану дел у меня есть такой пунктик, пока что не выполненный. Двоих детей пристроить в образовательные учреждения. Поля в первый класс. Нет. Поля в первый класс, Демьян в училище. Как это правильно называется? В общем, нам нужно пройти медкомиссию для первого класса и для поступления в техникум. Поэтому сегодня мы с ними едем в Ясногорск. Я вчера позвонила, все узнала. Сегодня мы с ними едем в Ясногорск, попробуем пройти бесплатную медкомиссию медицины Тульской области. Жди нас, мы к тебе едем. Честно сказать, ничего прям вот хорошего не ожидаем. И какое-то такое нервное напряжение, что сейчас начнется какой-нибудь геморрой. Показать тебе на ютубе, покажу. Красота. Поля рисует. Ну, показывай, что ты там нарисовал. Смотрите, я нарисовала вот такой домик с цветочком. Мой, мой. И такой огород, где мама. Мама огород твой сажает? Нет. А что мама делает? Полит. Полит огород? Да. А это Дема. А это Дема. Мечтает поиграть в компьютер. Ага. А это Бьёшка. Просто не придумала еще что-то дополнительное. Грибочек нарисую внизу. Березы. Вот тут. Почему вот тут-то грибочек растет отсюда из земли? А тут и будет земля. Ну ладно. А я потом все тут коричненький можу. Хорошо. А также мне подарили фломастеры. Фломастеры. Красота. Мам, А уже обязательно зрителям покажу? Чего обязательно зрителям показывать? Фломастер, конечно, красивый фломастер можно и показать. Чего нет? Набор, который ты подарили, покажу. Набор? Ну, покажем, если ты хочешь. Надо уметь делать растяжку, то есть растягивать мышцы. Как вот делают гимнасты, да? Они садятся вот на шпагат, удрнутся, все это, готовятся. Ну, делай. В школу пойдешь, там будет физкультура. Тебе научат делать. И будешь делать. Так. Вот здесь перед школой. Да, перед школой. В какую школу пойдешь? О, на улице, смотрите, красота какая. Ну что, побежали? Если не упадем, мы долго бежим. Ничего, мы не упадем, что ты наговариваешь. Почему должно упасть? Пошли. Ой, не сахарный, не растаем. Надо было зонтик взять. У нас тоже с утра шел дождик. Что-то я не догадалась, хоть, в принципе, что до машины бегать. Он потом мокрый будет по машине болтаться. А из интересного хочу вам показать сейчас здание нашей Ясногорской больницы. Вот сейчас слева у нас будет аптека. Аптека номер 50, смотрите. 57, что ли. 62-го здания постройки. Все, я погоню. А вот это величественное здание, сейчас я вам поменьше сделаю, это здание Ясногорской больницы. Видите? Так сказать, красота когда-то была. Районная больница. Вид, конечно. Так, все, побежали. Ну, пока мы стоим тут на переезде, мы, собственно говоря, уже все сделали, я рассказываю. Значит, врачей в детской поликлинике нет, всех отправляют во взрослую.
дают направление в детской поликлинике и отправляют всех во взрослую. Во взрослой поликлинике мы прошли только 3 специалистов. Еще 2 в пятницу рано утром. Время 12:30, пока мы в 2 экземплярах, вот один экземпляр, вот второй, туда-сюда, 5-10, туда сбегали, потом забыли направление, пришлось опять в детскую ехать. Оказывается, чтобы поступить в техникум, надо в 2 экземплярах направление на... В общем, побегали мы, как я, собственно говоря, и предполагала. Не все специалисты есть, хирурга нет от слова совсем нигде, ни взрослого, ни детского. Анализы еще, но анализы это у нас там у себя в Иваньково сдадим. На данный момент мы прошли 3 специалистов. Там окулист, невролог и отоларинголог. Вот этих мы прошли, и все, больше пока никого нет. Теперь до пятницы едем в сторону дома. Так, товарищи, ну что, у нас уже вечереет. Я вспомнила, что у меня завалялось несколько кадров, когда мы еще ездили в Ликино-Дулево вот несколько дней назад на рыбалку. У меня завалялось несколько интересных кадров, которые я планировала вставить в какой-нибудь ролик. Хорошо, что я про них вспомнила, а то Юля очень любит наснимать что-нибудь интересненькое, а потом забыть вставить и удалить. Вот дабы это не упустить, интересные кадры из Ликино, которые я наснимала еще тогда, вставлю вам вот сюда. День следующий. Мы очень чуть поймали одну большую рыбку. И сейчас едем к ребятам. И заехали на Святой Родник. Не знаю, сейчас я вам еще покажу. Вот такое строение. Это находится в Сальково, в деревне Сальково. Купаться пойдете? Да. Что там внутри? Я тоже хочу купаться. Здесь ледяная вода, ты не залезешь. Тут ледяная. Что пишут? Я хочу попробовать. Иди, попробуй. Только надо голову. Нет, от чипа... всех недугов, страстей, напасти. Молитва, в общем. Я даже потрогать ее. Что там? Иди, занято? Нет, там нет никого. Иди, зайди. Иди. Надо разуваться? Я не пошла мыться. Пока мыться, купаться. Ты будешь купаться? Что спросить? Лен, где-то баклажка 5-литровая, Леха спрашивает, была. На полу, говори, машина. Леш, с моей стороны. Ну, дайте зайти-то, тараканы. Ой, а что так темно? Ой, так много воды здесь. Ничего себе, я думаю, куда-то лесенка еще вниз надо спускаться. Нет. То она прям такая прозрачная-прозрачная. Вода начинается, получается, блин, телефон бы не уронить. С 3-й ступеньки же, правильно я вижу? 1-2 без воды, а потом вода начинается. И прям она настолько прозрачная, что все видно. Ну иди попробуй. Ну здесь прохладно, кстати, достаточно. Что, холодное? Ну тоже пойду. Зимой не так тяжело купаться. Конечно. Конечно, наоборот. Нет. В жару сюда заходишь, за 5 минут теплее. Конки. Не буду я тебя снимать, не буду. В жару намного тяжелее, чем... Так. Я тоже залезла. Ну так, ножки помочить. Давай, выключай. Все. Процесс купания. Ладно, ладно. Рядом с купелью находится церковь Рождества Богородицы. Вот она стоит. Ленка купалась. На. А? Ну, Ленка купалась, а мы так ноги помочили. Ну, даже висят правила поведения на святом источнике. Так, все. Это место мы посетили. Ногам так прохладно. Не могу сказать, что прям сводит, но вот сейчас до сих пор я иду. Жарко на улице сегодня. Все равно прохладненько ножкам, хорошо. Наврала по адресу. Адрес называется деревня Гора. Ну, так, для ориентира, тут рядом школа 51А. А, адреса у источника нет, конечно же. И у церкви я тоже что-то адрес не нашла. Где он? А, вот он. Давай пристегнись. Стоим на переезде в городе Ликино-Дулево, смотрите. Армия наша едет. Везут технику военную. Второй раз. Первый мы не успели заснять.
Второй раз мы уже сегодня видим военную технику. А дальше поезд. О, опять военная техника. Вода написана. Много. Интересно, на чем их везут до поезда? Все, последний. Навряд ли они как-то сами едут. Там, на танк это не похоже. Последний. Ну, последний, это какой-нибудь БТР, наверное. Не знаю. Вот, это было то, что я хотела бы вам показать. Мне показалось, что это действительно интересно. Что у нас? У нас, пожалуй, ужин. Надо поприготовить. Время уже 7. Пора начинать готовить ужин. Что на ужин? На ужин кабачки себе пожарю. Детям, наверное, сейчас картошечки отварю. И сосиски.